Так, ну кто? Ты или я? Давай все-таки лучше я. Дорогие друзья, данный сериал довольно тесно связан с религией. Очень тесно. И если вы против такой связи, то настоятельная просьба не смотреть данный сериал и выключить данный обзор. А я же буду рассказывать про сериал с чисто художественной стороны. Вроде все. Все? Ну да, думаю, все. Приятного просмотра. Дорогие друзья, всем привет и добро пожаловать на канал «Коротко о некоротком». С вами Кин, и сегодня мы поговорим про сериал «Благие знамения». Но перед началом я бы хотел напомнить, что я сделал вам небольшое такое предложение, благодаря которому вы можете появиться у меня на канале. Как это сделать, подробнее по ссылочке сверху. А также я бы хотел разыграть вот эту вот книжку. Если, конечно, вам будет это интересно, все подробности по ссылке внизу. А у нас «Благие знамения». Мир подходит к концу. Близится тот самый Армагеддон. Что рай, что ад не против этого, так как и те желают войны. Мы получили достоверные сведения, что процесс запущен. Близится час, ради которого мы трудились все минувшие столетия. Столетия. А устроить же ее должен сын сатаны, Ака Антихрист. Но не все с этим согласны, а именно живущие на земле с начала времен друзья Ангел и Демон. Азирафель и Кроули слишком уж привыкли к земной жизни и не хотят ее лишаться. И само собой их начальство что сверху, что снизу, о дружбе ничего не знает. Но как предотвратить конец света? Правильно. Воспитать Антихриста как хорошо? Всякое живое существо нужно любить и уважать. Так и плохо, то есть воспитать обычного человека. Засыпай, пусть снится боль. Мрак и мгла, мозги и кровь. И вот с одной стороны мальчик-то воспитан, все хорошо. Да вот только мальчик не тот. Воу-воу-воу-воу. Тихо-тихо. Это не спойлер. Ну, не совсем спойлер. Это всего лишь краткое описание сериала. И в частности первой серии. А их на минуточку в сериале 6. И каждая по часу. Сам же сериал снят по произведению Нила Геймана и Терри Пратчетта. Книгу я эту не читал, дабы не спойлерить себе сериал. Поэтому о схожести я сказать не могу. Но я могу сказать, на что похож данный сериал. А похож он на Чудотворцев. И холистическое агентство Дирка Джентли. Но с небольшими поправками. Юмор в знамениях чуть менее трешовый, чем в Чудотворцах. Но чуть более абсурдный, чем в агентстве. Я бы сказал, чисто английский юмор. Поэтому шутки тут могут зайти далеко не всем. А вообще я долго думал, как бы описать английский юмор. И пришел к тому, что английский юмор – это говорить или делать абсурд, но с видом, как будто так и должно быть. Я ангел, ты демон, мы традиционные враги. Изыди, сатана. Прошу. Ничего не подозревает. Я думал, вы проверили ее иглой. Да, официальной иглой ведьмалова. Всю истыкали. И каков итог? Она сказала, мы исцелили ей артрит. Так что я вновь предупрежу, это непривычный американский ситком по типу теории большого взрыва. Тут у нас скорее более юморной Доктор Кто. Поэтому хоть сериал для кого-то и насыщенный, но для кого-то он покажется скучным. Но не мне. Я люблю любой юмор, как взрывной американский, так и выдержанный английский. Далее, на чем бы хотелось заострить внимание, так это на касте. Я не буду перечислять всех, потому что все они теряются на фоне главной парочки. Теннант и Шин, Кроули и Азирафель. Они просто шикарные. Из Майкла Шина вышел замечательный ангел. Весь из себя правильный, но с ноткой чертовщинки. Глядя на него, я просто не мог сдержать улыбку. А еще мне кажется, что Майкл Шин это на самом деле переодетый Саймон Пегг. А Теннант, безусловно, великолепный демон, с лучиком света в душе. Про Дэвида Теннанта я могу добавить только то, что я люблю его еще с сериала «Доктор Кто». И хоть все же мой любимый «Доктор 11», я не отрицаю безусловной крутости 10-го. А глядя на то, как Дэвид отыгрывает Кроули, сам невольно пропитываешься его энергетикой. Вообще в их дружбе можно разглядеть толерантный посыл, что даже если вы из разных миров и все против вашей связи, главное, чтобы вам было комфортно и плевать на всех. И знаете, я поддерживаю такую идею. Чужое мнение не должно формировать вашу жизнь. Ну а если же так сильно не углубляться, то мы имеем отличную историю дружбы, где один всегда готов прийти на помощь другому. Но вы же не думаете, что здесь будут только ангелы и демоны? Здесь вас будет ждать целая солянка из персонажей. Ангелы, демоны, всадники апокалипсиса с довольно интересным взглядом на них. Ведьмы, охотники на ведьм, антихрист, цербер, кракен, пришельцы и Люцифер. Хм, неплохо было бы.
Но все-таки не этот, а вот этот. И Люцифер, на минуточку, озвучен не кем бы то ни было, а самим Бранденбургом Кимберскотчем. Что касается религиозности, то тут без нее никак. Как ни крути, сам сериал на ней построен. Но знаете, религиозность здесь не режет глаз и не давит какими-то моралями. Она здесь скорее призвана показать, что не все добро доброе, а зло злое. Единственный минус, который хотел бы заметить, лично для себя, да и то несущественный, как по мне, это графоний. Но сюжеты персонажей тянут на себя одеяло, и со временем на графон перестаешь обращать внимание. Ну и подытожим, если вам охота погрузиться в мир ангелов и демонов с весьма своеобразным юмором, то 6 часов благих знамений скрасит вам вечерок-другой. Прикольно, если мы оба накосячили. Если я поступил хорошо, а ты плохо. Нет! Дорогие друзья, всем большое спасибо за просмотр, с вами был Кин. И если вам понравилось данное видео, то подписывайтесь на канал, ставьте лайк. А в описании вы найдете ссылки на Инстаграм и группу ВК, где при желании вы можете поддержать развитие канала рублем. А также не забывайте про конкурс. А я же пожелаю вам только интересных сюжетов и... Как вы проведете последние часы перед концом света? М?